Добрый вечер. Закончился день, и человек с добрым сердцем остался доволен своею судьбою. Закончился день, и одна из песен сказала: я буду твоей с тобою. Закончился день, и один город сказал: у меня будут белые ночи. Закончился день, и туман над небою мне что-то пророчил. Он что-то пророчит, он что-то мне шепчет, бормочет о приближении войны, о том, что все можно, но кто-то не хочет, о том, что наши шаги не верны, о том, что любовь победит во всем мире, о том, что сгорят города, о том, что тесно в квартире, если ты в ней одна. Дорога ведет в небеса. Дорога ведет в небеса. Осыпался прахом. Закончился день, и как это бывает обычно, монашки к монахам. Закончился день, и замерзший бродяга приближается к Богу. Закончился день, и теперь так легко найти по звездам дорогу. Здравствуйте, родные, как настроение? Суббота, воскресенье впереди, в общем-то, дни замечательные. На самом деле, у нас совсем недавно отгремел один из самых значительных праздников. Какой? День Победы, правильно. Мы, к сожалению, на этот праздник в родном городе не были. Вот, не знаем, как праздновал Балтийск. Так, меня информировали, что вроде же что-то было, мероприятия проходили какие-то. Мы в это время выступали в столице нашей родины, в городе-герое Москве, на Поклонной горе, на Тверской, в Лужниках. Ну, в общем, серьезные большие площадки, но, тем не менее, помнить про этот праздник и про подвиг, который совершали наши деды, прадеды в годы Великой Отечественной войны, мы обязаны. Поэтому прямо вот в начале концерта мы все-таки решили вспомнить 9 мая и тех людей, которые дали нам эту страну, дали нам наше будущее, дали нам, в общем-то, все, жизнь и так далее. Героям Великой Отечественной, героям первых дней войны, людям, которые сражались и умирали, не зная о том, когда будет победа и будет ли она вообще. Посвящается. Thank you.
Вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было слово, и в трубку прохрипело: высотку удержать любой ценой. Любой ценой, значит, лишь так и не иначе. Что за цена, не нужно объяснять. Вначале было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только тут я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка и семь гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас всем летом осталось на высотках, собой прикрывшей родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою. Еще Гастелло Коля не поднял самолета, и пропасть отделяла от весны. Еще не лег матросом на жало пулемета, была среда, четвертый день войны. Спасибо большое. Отдавая дань традициям, также мы третью песню всегда, как и третий тост за столом, за любым столом, посвящаем тем, кого с нами нет. И сегодня, так же, как и всегда, исходя из нашей традиции, третья песня, которая посвящена нашим боевым товарищам, тех людей, которых мы помним и знаем, тех людей, которые уже в новейшей истории нашей страны, в 95-м году, когда полный хаос и развал, защищали новую Россию, Россию, которая только-только родилась, страну, в которой мы сейчас живем, которую мы пытаемся строить. Мы далеко не всем довольны, конечно, и вы, и мы. Вот. Ну, в общем-то, наше будущее в наших руках. Давайте сегодня вспомним их вместе с вами, вместе. Вместе с этой песней. Нет азбуки, чтоб побеждать, потерь не зная. Друзей ушедших лица не прогонит прочь слепая память. Снова оживает та долгая и полная людских трагедий ночь. Ночь, снег прошит, замер квартал. Ночь, так хочется жить, но скоро сигнал. Ночь, скоро придет приказ от комбата. Ночь, утро разбудит взрывом гранаты. Ночь, сухо во рту, натянуты нервы. Ночь, так трудно подняться и выбежать первым. Ночь, надо спешить, скоро светает. Что нас ждет впереди, ночь только знает. Но роты поднимали России офицеры и шли на штурм дворца с бесстрашием и верой. Ребята молодые с душою нараспашку, береток черных и в поту тельняшка. Горящий подъезд, раненых стоны. Ночь, в ад превращен пылающий город. Ночь, трудно понять, где свои, где чужие. Ночь, с
сутки без сна, мы голодные, злые. Ночь, вторая попытка, снова атака. Здесь нельзя без потерь, но духом не падать. Ночь, знаем мы цену нашей победы. Ночь, она забрала Женьку с Олегом. Но роты поднимали Россия, офицеры, и шли на штурм дворца с бесстрашием и верой. Ребята молодые, с душою нараспашку, береток черный и поду тельняшка. Спасибо. Уезжали пацаны, бритые затылки, на груди кресты, по юности поминки. Беспризорная молодость моя, на руке браслетом наливай, красивая. Наливай, красивая. Увозили пацанов вагонов хороводы, пели песни в попад про сладкий вкус свободы. Пролетела, разошлась по мелочам, лишний туз в кармане бьет по козырям. А им все смеяться, дурачиться, не расплачутся. Наколка новая, предмет для гордости, шагают весело по краю пропасти, по краю пропасти. Средь равнин широких едет паровоз, гудок фальшивой нотой за собой мечты унес. Дорога стелется базарной лавкою, а рельсы вдалеке сплелись удавкою. А им все смеяться, дурачиться, да хоть по телу плетьми не расплачутся. Наколка новая, предмет для гордости, шагают весело по краю пропасти. Лихватская, судьба обманная, беспризорная молодость моя, на руке браслет наливай, красивая. Берем темп. Да хоть по телу плетьми не расплачутся.
для гордости шагают весело по краю пропасти, по краю пропасти. Юности посвящается. Спасибо. Слушай, а чего у тебя голос микрофона не ловят твои вот эти? Спасибо. Да. Ты громче кричи, так где-то в зале будут слышать. Какие бы испытания на долю нашей страны не выпадали, так или иначе, вот на наш взгляд, две вещи всегда выстоять нашему народу и победить помогают. Не здравый смысл, не ум, не талант, вот, а несгибаемый дух нашего народа. Ну и второй момент, это, конечно же, его вера. Кавказа, и в афганском далеке шли на смерть не по приказу, не торгуясь о цене. Пусть другое поколение и другие времена, не поставить на колени Русь святую никогда. Помоги же мне, Господи, Речь.
Спасибо. Зачем конец? Куда идешь, о чем молчишь, о чем поешь, да по ночам кричи. А он отвечал, качая головой, иду с войны, возвращаюсь домой. Там меня ждут батька да мать, не видел давно, охота обнять. А ну-ка ответь мне, молодец, как воевал, каков был удалец? Как силы не жалел, пред врагом не робел, да только вот чуть-чуть посидел. А он лишь молчал, и от прожитых ран скупая слеза катилась в стакан. Лишь несколько слов, как полуночный бред, тебе не понять, вот и весь мой ответ. Мне спой, за что жизнь отдал твой братец родной? За дом да семью, с которых нечего взять, лишь веру на крест, но их не отнять. Он отвечал, качая головой, за поля да леса, да за ветер с весной. Страну, что давно забыла его, а впрочем, ему уже все равно. Спасибо. Знаете, в силу нашей профессии, не знаю, правда это к счастью или наоборот, к сожалению, ну, в общем, случилось так, что очень много нам приходится ездить по нашей великой необъятной. И удивляет... Не только ездить, но и летать еще. Ну да, ну и летать. Но летать приятнее гораздо. Не знаю, багаж давать тяжелее гораздо. Опустим мелочи. Да. Опустим. Хорошо. Больше всего, в общем, удивляет то... Знаете, вот когда летишь, ну, не знаю, откуда-нибудь из Петропавловска-Камчатского, к примеру. Да, ну, допустим, оттуда. Лететь, сколько мы летели? Часов 9, да? Девять, да. 9 часов. 9 часов летишь на этом самолете, в котором курить, к сожалению, нельзя, кстати. Вот, смотришь, остается смотреть только в иллюминатор. И вот смотришь в этот иллюминатор и думаешь, ё-моё, ведь под нами это все наше. Первый ряд. Наша страна, в которой живут люди, которые говорят на одном языке. Ну да, конечно, пусть они говорят с разными акцентами, но тем не менее по-русски. И вот это вот удивляет больше всего. У них одни и те же радости и горести. Вся эта большая страна называется Россия. Ну или еще, по-другому говоря, Родина. Моей судьбы печаль, родина.
через край. Свобода у народа, для кого-то толстый кошелек. Шагает кто-то прямо, а кто-то лезет поперек. Кому-то хлеба с маслом, кому-то до краев стакан. Одни живут, как в сказке, другим обшарпанный вокзал. Зачастили в столицу Урала, город Екатеринбург. Вот как бы уже информация такая, что, скорее всего, на День флота в этом году мы тоже здесь не будем, в Балтийске. У нас как бы тут не сильно и приглашают выступать. Вот родной город, мы вот так вот сами по себе концерты делаем какие-то, да. Вот, ну еще, как положено, в наших воинских частях, в гарнизонах выступаем где-то. Вот. А так все больше туда, за пределы, куда-то Калининградской области. Вот. Замечательные ребята, и, на мой взгляд, самое сильное, мы, в общем-то, всю страну проехали с востока на запад, с запада на восток. Вот. Очень сильная организация общественная. Дети? Дети? Это да. Дети. Ну, он считает, что не похоже, да. Сейчас они выяснят все вопросы. Вот. На день военно-морского флота у нас запланированы уже концерты в городе Екатеринбурге большой, в субботу и воскресенье в день флота. Это, скорее всего, на Белоярской атомной станции, там большое водохранилище. Дай бог, второй Фукусимы не будет. Вот.
Или второго Чернобыля, третий Фукусимы. Вот. Да. Посмотрим. Вот. В прошлый раз, ну, вернее, в прошлом году мы там были на этом водохранилище замечательном. Там красивую высадку десанта устроили прямо на пляж с отдыхающими. Вот. Люди лежат, загорают. Вот. И в это время бронетранспортеры, плашкоуты. И это все общественная организация. Это не какие-то военные учения проходили реально. Вот. Это действительно очень сильные, мужественные люди, представители разных флотов, и северного, и нашего Балтийского, и тихоокеанцы в основном, костяк. Вот. Мы пишем периодически песни тем регионам, которые посещаем, но они нас персонально заказали гимн. Вот мы месяц назад отправили им готовую песню. Сегодня она прозвучит на этом концерте. Вот гимн как бы центральной России, Урала, морской пехоты Урала. Вот. Да, именно так. Поехали. Нам по утрам дышали сыростью когда-то. Я оставлял берет на лбу привычный след, и ясен был приказ комбата. Прошло немало лет, но времени в ответ. Мы говорим морпехам, бывших просто нет. Там, где соленое море, там, где высокие скалы, вместе делили радость и горе. Десант уходя, ребята с Урала. Там, где ждали невесты. Там, где враги уважали. В кубриках тесных хватало нам места. У сна и покоя мы долго не знали. Где мы, победа там, к далеким берегам. Теперь уж сыновья уходят. И будет на морях морпехов рейд-флаг. Так было и всегда так будет. На перекоп беде стоять спина к спине. Учили нас в походах, учили на войне. Там, где соленое море. Там, где высокие скалы. Вместе делили радость и горе. Десант уходя, ребята с Урала. Ждали невесты, там, где враги уважали. В кубриках тесных хватало нам места. Пусть сна и покоя мы долго не знали. Спасибо. А кто смотрел парад Победы по телевизору? Есть такие люди. Вон. А кто спал в это время вообще? Их большинство, понятно. Вот.
Ну, по отзывам у нас не получилось, естественно, посмотреть это все дело, потому что в Москве страшные пробки, все перекрыто, хоть у нас там были спецпропуска, но это надо так очень заранее и так выезжать. Вот, поэтому мы по отзывам исключительно. Говорят, всю армию переодели в наряды от Юдашкина, и единственная морская пехота шла в черной форме и на параде явно выделялась просто по сравнению со всеми, потому что все остальные отличались только цветом беретов. Вот. А морская пехота, как обычно, черненькая, красивая, вот, симпатичная, вот, выгодно. Вот. Вообще, как бы про Юдашкина и про то, как у нас сейчас тратятся деньги, да, заплатить кутюрье. Ну, он специалист высокой моды, друзья. Пускай он для женщин шьет, пускай наши женщины ходят в красивых вечерних платьях, там все. Это здорово, конечно, и то, что Валентин Юдашкин представляет Россию в области высокой моды, здорово. Но почему он должен шить для военных? У них одежда должна быть в первую очередь функциональная. На это научно-исследовательские институты работают целые, которые проводят специальные исследования, там, изыскания и так далее. Вот. Ну, в общем, подумали мы, что будет дальше. Какому кутюрье закажут сделать танк красивый от кутюр? От Бриони, вот там, к примеру. Вот. В общем, такое вот философское размышление. Песня так и называется «Кутюрье». Вот. Разыгралось не по-детски все в российском королевстве. Старое сдадим в архив. Прет наружу, модное слово, креатив. Наша армия могучая, только форму бы покруче, чтобы вышло без промашки. Всех оденет нас он самый, да, правильно. От кутюр теперь прикид. Выйдем в поле, враг бежит. Только нас вдали завидит. Всех в мехах, шелках и двиде. Всех агрессоров мы круче. Нам бы пулемет от кучи, от Армани БТР. Шлемофон пошьет Карден. Врага сразим своею красотой. Гламур идет упрямо в бой. Ой-ой-ой, диета, спа, массаж и дефиле. Наш полководец в кутюрье. Эполеты, аксельбанты, зависть душит оккупантов. Оценив масштаб идеи, враг бессилий потеет. Не нужны нам больше танки, ведь изящнее тачанки. Конь совсем не ест бензина, просто чудо не машина. Врага сразим своею красотой. Гламур идет упрямо в бой. Ой-ой-ой, диета, спа, массаж и дефиле. Наш полководец в кутюрье. Что бы нам еще затеять, чтобы деньги разметелить? Ведь фантазия такая, нету ни конца, ни края. Пистолетик от Бриони, с брюликом звезда в погоне. Чтобы ездить на работу в боевом Порше пехоты. Врага сразим своею красотой. Гламур идет упрямо в бой. Ой-ой-ой, диета, спа, массаж и дефиле. Наш полководец в кутюрье. Врага сразим своею красотой. Гламур идет упрямо в бой. Ой-ой-ой, диета, спа, массаж и дефиле. Наш полководец в кутюрье. Наш полководец в кутюрье. Наш полководец в кутюрье. Спасибо. Я смотрю, вы кино смотрели все, да? Я говорю, на кутюрье вот с этим видеороликом, который идет там на экранах, нам можно, в принципе, уйти со сцены, играть там из-за угла. В общем-то, все равно на сцену никто не смотрит в этот момент. Интереснее всего, когда играешь для срочников, и идет этот видеоряд.
Вот представьте, люди, которые не видели уже полгода как минимум женщин. Они вчера вот вернулись с парада и сразу пришли к нам на концерт. Вот здесь, чуть больше суток назад закончился концерт для парадного полка морской пехоты, который шел по Красной площади. Вот. И вот здесь это вызвало очень бурную реакцию, то, что тут там изображалось на экране. Ну, рассказали. А теперь из лета наступающего плавно в зиму становится короче день, длиннее вечера, а ночью думаешь о том, как пролетело дней летних, яркая пора, что сбылось, а о чем лишь только грезы, как серый пепел, тают на ветру еще чуть-чуть. И вот уже морозы плетут узоры по замерзшему стеклу. Забывает в ночи стаи волков вьюга хриплая, даль ненастная. Я иду по земле дорогами русскими непричесанными. Быть весне, коль в груди горит разменяла вранье тишину на тревожный крик, чистый снег на грязь заклевало, разнесло красоту да любовь продало не томясь. Спит земля, обернулась в одеяло лоскутное, ждет спасения. Кружит в вальсе пурга, словно девка беспутная, неумелая. Сколько весен дышать, оживать? Сколько раз говорить? Сколько лет ни о чем до хрипа кричать? Ну а после вновь осень напомнит о вечности. Золотая листва, а за ней снова снег закружит в беспечности. Люди, ждите тепла. Спасибо. Город, который мы безгранично любим, который, в общем-то, знаменателен, конечно, своей историей, и не мне вам о ней рассказывать, вы все в нем живете.
город, который собрал вот этот вот коллектив вместе. Представители разных городов. Ижевска, Гомеля, Калининграда, Брянска, Воронежа, да, Воронежа. Как же так? Чуть не забыл. Вот. Называется он Балтийск, древний старый Пилау. У него есть там какой-то гимн, вроде бы, вот мы где-то слышали. Но для нас, особенно когда далеко от дома и уже там третья неделя гастроля идет, вот, ближе и добрее песни нету, чем вот эта песня, которую мы считаем, пускай она не гимн, но теплее и душевнее ее для нас нет. Я приеду в Балтийск, когда режут ветра кроны у тополей, заслонивших свинцовое небо. И погода такая во все времена, топит город по лужам и хочется белого снега. Город встретит заставой и синий берет, заслонит мне дорогу в запретную зону. Все равно я проеду, не нужен билет мне в морском и до боли родном гарнизоне. Балтийск, давай обнимемся с тобой, как за гвардейским море обнимает дюны. Я навсегда уже соленым буду, как дождь, упавший раннюю весной. Я навсегда уже соленым буду, как дождь, упавший раннюю весной. Буду радостно в лицах смотреть и смотреть, узнавая друзей и просто знакомые губы, чтобы тихо до полночи в якоре сесть, много пить и бороться сегодня не буду. Как сроднились мы с гаванью, где БДК нас к далекой Анголе, несущий в твиндеке, я найду его точно. Ну а пока вверх по Невского еду суровым морпехом. Балтийск, давай обнимемся с тобой, как за гвардейским море обнимает дюны. Я навсегда уже соленым буду, как дождь, упавший раннюю весной. Я навсегда уже соленым буду, как дождь, упавший раннюю весной. Угостите морячки грибами с косы, отогрейте озябшие стылые руки. Так и будем их вместе ждать до весны, моряков ваших, как вы прекрасны в разлуке. Все летит наша музыка чайкой вдали, все бросает янтарь на простуженный берег. И у боговой линии ждут корабли, никогда этот маленький мир никому не измерит. Балтийск, давай обнимемся с тобой, как за гвардейским морем. Спасибо, еще экскурс в историю. Аня, мы с тобой в Москве виделись только-только. Откуда ты тут-то? Вот видите, я говорю, девушка вот такая вот поклонница у нас. Что... Когда, Аня? 9 числа или 10 числа? 7-го, она говорит, да? 7-го, и она уже здесь. Анечка, спасибо большое. Очень приятно. Из Москвы прямо вот на концерт к черным беретам. Как это бывает, вот. Да. Где-то месяц назад, нет, полтора уже, мы такое турне совершали из самого Заполярья, с Обской губы, Астазовского,
потихоньку вниз спускаясь, там Новый Уренгой, Нефтеюганск, Екатеринбург, Первоуральск и потом домой уже. Как раз в городе Нефтеюганске концерт нам организовал бывший солист нашего коллектива. Ну, бывшее, в общем-то, неправильное слово, у нас как в морской пехоте. Бывших морских пехотинцев не бывает, бывших солистов группы «Черные береты» тоже. Вот. И он вышел и спел песню с нами на сцене. Песню, которая прозвучит сейчас. Когда-то, когда он был срочником еще, матросом, такой молоденький-молоденький, вот. Мальчик, он песню писал для своей любимой девушки. Сейчас это красивая, достойная женщина, родила ему уже 2 детей. Вот, была на концерте, и он, значит, вот по прошествию многих-многих лет исполнял для нее со сцены в нашем, при нашем аккомпанементе песню, которая называется «2 июля». Мы давно-давно не пели ее на концертах, вот. И тут вдруг решили вспомнить. В общем-то, весь наш репертуар тяжело объять. Вот, это мы примерно задержались бы с вами часов до 6 утра, если бы вспоминали все, что знаем. Вот. Вы готовы до 6 посидеть, нет? Дети первые готовы, вот они вот точно до 6 все никуда не уходят. Вот. Есть у нас категория приглашенных, вот кого приглашал, мы еще будем петь долго, вот, возможно, и до утра, вот, поэтому вы далеко не уходите, не разбегайтесь, вот, мы тут, ребята с аппаратурой после концерта разберутся. Вот, а сейчас 2 июля, есть у нас девушки Наташа, сестра моя Наташа, вот она в зале, да, вот, вот она присутствует. Кто еще Наташа? Ой, сколько много, ну вот, Наташеньки, это все для вас. Вот, тем более, если кто-то родился в июле, то это вообще... Я сегодня приду с цветами, ты откроешь тихонько дверь, поцелую назвав своей маленькой, хоть и взрослая ты теперь. В этот вечер хочу быть с тобой, и другого желания нет. Ведь сегодня 2 июля, в этот день родилась ты на свет. Ведь сегодня 2 июля, в этот день родилась ты на свет. Звездою сквозь тучи светила мне, словно ангел, храня от обид. Твоей маме скажу я спасибо, что дочурку такую расти. Твой покой охранять буду вечно, я укрою тебя от всех бед. Ведь когда-то 2 июля для меня родилась ты на свет. Ведь когда-то 2 июля для меня родилась ты на свет. Никуда от тебя я не денусь, не хочу потерять свой покой. Ты, Наташка, прости мою смелость, но люблю тебя всею душой. И сегодня на каждый вопрос твой будешь слышать один лишь ответ. Виноват ты, прости меня, милая, что таким я родился на свет. Виноват ты, прости меня, милая, что таким я родился на свет. We'll be right back.
Спасибо. Ну, знаете, что мы предлагаем? Давайте с вами немножко вспомним. Ну, вспомним прежде всего что? Вспомним. Я думаю, что у каждого из вас есть история своего собственного коммунального быта. Ну, для кого-то это, для кого-то это может быть студенческое общежитие, я не знаю, для кого-то, ну, для кого-то казарма, ну, а для кого-то просто-напросто коммунальная квартира, да? Мы вам расскажем свою... У нас еще кто-то в Балтийске живет в коммуналках, нет? Хорошо живем в Балтийске. Да, хорошо нам живем. Обычно полный лес рук в зале. Итак, история коммунального быта. Поехали. Старый дом давно сгорел, верный пес давно сбежал. Ну а я, что я, пока что цел, надеюсь, что не помешал. Мои туфли без стыда просят каши с молоком. Впрочем, это не беда, новые куплю потом. Сказала мне прощай, я сказал тебе прости. Намекнула, что я хам, уточнив, куда идти. Кухня в старой коммуналке, ржавый кран, дубовый стол. Денег нету, я скучаю, но работать как-то в лом. Оу! Актуальная тема – долги ЖКХ. На плечах тяжелым грузом долг висит в электросеть. Батареи отключили, так что не с чего потеть. Кот Василий песнь горланит, хоть до марта далеко-далеко. Крик на кухне, ау, у соседки, да! Убежала молоко! В глянцевом журнале напечатан олигарх. Он на яхте отдыхает в субтропических морях. Деньги есть, покоя нету, много боли головной. В общей ванной отмокаю и горжусь. Пусть мне будет стыдно, но это действительно так. Что я Спасибо. Старый добрый рок-н-ролл. Да. Как принято говорить в таких случаях, рок-н-ролл жив! Да, ура, forever, навсегда. Вот. Вообще, на самом деле, неважно, что ты пишешь, главное, чтобы это было от души. Он «Сектор газа» писал матерные песни, и вся страна слушала, тем не менее. Вот. Это от души было, порыв такой просто, вот, душевный. Да. Ну, так уж и запрещено прямо. Вот. На каждом углу кассеты продавались. Вот. Не очень-то сильно и запрещено. На самом деле, много ездим и много видим. Какие талантливые люди и какие талантливые авторы. А включишь телевизор, фу, и выключил. Вот, короче. Ну,
там есть деньги, вот, поэтому их показывают по телевизору. Вот. А хорошие люди, талантливые авторы зачастую пробиться не могут. Нас много. Мы просто стеной сшибаем, просто идем везде, вот так или иначе. Так и давно уже, в принципе, на сцене, поэтому-то идем. Вот. Нас приглашают, нас знают в узком кругу ограниченных людей, да? Как бы. Вот. Ну, нам хватает, в общем-то, достаточно. Очень обидно, что цензура сменилась вот такой вот некой... Была цензура какая-то с подоплекой политической. Политической, да. Теперь вот появилась такая цензура, скажем так, больше... Да. Правильно наш барабанщик говорит, но я скажу по-другому. Не надо повторять, что он сказал. Цензура денежная, да. И, конечно, да, много людей пропадает, много стихов пропадает. Да на самом деле ничего не пропадает. Мы, в общем, наше мнение такое, что Россия сильна не фабриками звезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6 там, и так далее. Вот. И фабрика звезд лучшая. Вот. Но Россия сильна как раз вот этими вот глубинными талантами. Людей, которые пишут, пускай только для своих любимых, для своих близких. Вот. Может быть, более широкая аудитория, там, неважно. Главное, чтобы они были. И вот в этом и есть великий дух русского народа по-настоящему. Прощай, поэт, за горизонт уходит мастер слов. Он рисовал простой сюжет, освобождал людей от снов. Он был таким, каким хотел, он верил в то, о чем писал. Быть может, что-то не успел, быть может, что-то не сказал нам. Прощай, мой друг, ты был из тех, кто верит в чудеса, из тех, кто не хотел на ложь закрывать глаза. Последним львом среди гиен, грозою по весне, быть может, что-то не успел, лишь растворился вдалеке.
Настоящим поэтам посвящается. Спасибо. Представлению потихоньку. А то мы увлеклись выступлением чрезвычайно. Вот девушка бежит. Саша, а поцеловать? Ему нельзя в бельдяшке. У него жена в зале, да? Вот как мне хорошо сейчас, видишь, у меня никого в зале. Вот. Вот что дочь? Лидер гитары нашего коллектива. Талантливейший человек, автор всех гитарных аранжировок. Гвардии прапорщик. Денис Максимов, друзья. Которая у нас из ряда выбилась вообще, из ряда вон. Мы уже показали, что по итогам посещения каких-то мест незабываемых, памятных, песни пишем. А это вот как раз не посетили место, а песню написали. Была такая ситуация несколько лет назад, ну, не так давно, в общем-то, когда нас администрация Калининградской области пригласила слетать в Париж и представить достойно во Франции Калининградскую область. Но поскольку поездка бюджетная, то... Большое количество людей выстроилось в ряд. У нас же, как в стране, на халяву уксус, сладкий шифер, вафли. Поэтому вот, начали обрезать количество участников. Вот. Ну и в конце концов нас обрезали в ноль вот, полностью. Вот. Как бы мы-то и не просились туда. Они сами пригласили, сами предложили. Мы тут бегали с этими визами, вернее, нас тут за уши таскали. Давайте быстрее, быстрее подавайте документы, куда-то там чего-то. Вот. А у нас срывалась поездка в Санкт-Петербург. В общем-то, город, который мы очень сильно любим, считаем его красивейшим городом вообще. В нашей стране это точно, и, наверное, и Европы, пожалуй. Там, не знаю, что там в Америке, не видел пока. Вот. И как бы мы в Питер-то успели. В Париж не полетели, но в Питер попали. Вот. Но все равно какой-то, знаете, как в анекдоте, ложки вернулись, а осадочек остался все-таки. Вот. Поэтому мы не привыкли на душе что-то тяжелое оставлять. И песню сочинили о городе Париже и об этом всей ситуации. Ну, такой взгляд на вещи. Париж! Носом захлопнули двери, словно с ветки слетел воробей, будто ветром пламя свечи раз задули, иди и молчи. Ситуация просто дрова, строил планы только вчера, а сегодня чужой паровоз все мечты загрузил и увез. Нету сада, подарок, штаны. Это правило нашей страны. Вроде не бездельник, и что-то творишь. А тебя не взяли в Париж. Вам не надо, и мне все равно. За границу видел в кино. Монпассье в магазине куплю. Чай с круассаном дома попью. Ведь Россия все же нам мать. Так зачем же ее покидать? Суперклассный рекламный проспект, но на рекламу времени нет. На сарае слово написано «Цой». Я смотрел дрова там, даже не спой. Птицы в небо поднимутся с крыш. Неохота ехать в Париж. Башня, сено и луг.
И слова не наши, бонжур или амур. Сено в полях и у нас завались. Слазить на башню, какая корысть. Вот что я скажу вам, мадам и месье. Оказавшись в вашей французской красе, остается риск, если в корень смотреть, увидать Париж, чтоб потом... Как это, фильм такой есть, да? Увидать Париж, чтоб потом... Помереть. Помереть. Не, ну, ребят, хорош. Грустно очень получается. Давайте повеселимся. Место не красит, красят дела. За черным белое будет всегда. Денег нету, не греет престиж. Лондон, Нью-Йорк и тот же Париж. Впечатлений хватает и так. А за халяву бьется дурак. Меньше знаешь, всегда лучше спишь. Хорошо, что не надо в Париж. Спасибо. Ну, сколько спели? Я его представлю, можно вначале. Вот, сейчас очередная песня Сашиного сочинения. Вот. Спасибо большое. Вот видишь, какая дама скромная. Раз, она не дает себе поцеловать, она быстро убежала сразу. Пинь! И все. Лена, спасибо большое. Без сомнения, очень талантливый человек. Во всем, за что не берется. Вот. Правда, не за все он хочет браться временами. Ну, за что возьмется, все у него получается. Ну, кто же хочет за все браться? Никто не хочет за все браться. Бас-гитара. Автор, ну, как минимум половины песни, которая прозвучала и прозвучит еще сегодня. Александр Климов! Спасибо. Ну что ж, сколько песен прозвучало, вот как бы так Наташа мы сыграли песню. Ну, а в общем-то нет. Поэтому следующая песня прозвучит, конечно, нам, нашим милым дамам, без которых нам никуда, ради которых совершаются практически все наши поступки, все достижения и падения, все ради вас. Для вас следующая песня. И вдаль уносятся опять чужие судьбы. Печальный взгляд пронзил перо, что двигался с толпой под звуки румбы. Я помню той весны тепло и дождь, косой стучал в окно, и эти губы шептали в такт. Мне все равно, я не забуду. Ты помнишь кофе по ночам, и руки по твоим плечам скользили плавно. Я так мечтал вернуться в наш забытый мир, где ты одна и один, как странно. Пусть жизнь разбита, есть стекло, дождь косой стучит в окно, но эти губы все шепчут так. Мне все равно, я не забуду.
ко мне без слов. Рисую, во сне рисую я. Тебя. Вам, милые дамы, посвящается. Спасибо. Правому флангу перешли потихоньку человек, который обозначился уже на трех инструментах. На самом деле он играет вообще на всем, что можно увидеть на этой сцене. Вот. И еще много чего тут нет. Он на нем тоже играет. Может звук извлечь буквально из всего. Даже если у него нет инструмента, все равно что-то будет играть. Гвардии прапорщик. Александр Александрович Александров. Спасибо. Про что мы дальше поем? А, да. Сейчас я... В Москве бываем часто, ну, естественно, не может быть у нас, точнее, не может у нас не быть песни о Москве, коль следующая является. Нашей столице посвящается следующая песня. Последний мост горел, растаял дым. Время ждет нулей, и циферблат застыл. В вечных поисках ответа на вопрос дождя и ветра. Что такое этот странный мир? Привет, что такие кислые сидите, что-то не слышно. Давайте как-то повеселее, что ли, в конце концов. Мы же на концерт пришли, правильно? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мир бывает очень разным, очень чистым. Очень грязным, очень странным, если посмотреть назад. Очень злым и очень добрым, очень новым, старомодным в орденах и без наград. В небесах над Москвой слышу я прощай. Плачет воском, твердым шагом по подмосткам. Новый день шагнет в твою весну. Ты посмотришь, улыбнешься, утром новым обернешься. Мир один на всех двоим и одному. Но-но-но-но-но, в небесах над Москвой слышу я. И пусть в кармане
Спасибо! Когда-то обратил внимание на очень меткое слово «зацепило», которое может иметь много значений, как, в общем-то, и много слов в русском языке. Вот. Подумали, развили тему, вот, какие бывают ситуации. В общем-то, получилось вот таких три куплета шуточной песни с одноименным названием. Да я не спешу. Кто понял жизнь, то вообще не спешит. Я можно про Диму расскажу пока? Вот. Пока ты настраиваешь. Вот. Что-нибудь хорошее? Доброе. Да. А тебе-то или хорошее, или никак, да. Представители юга России, Черноземья, Воронежской губернии, непосредственно города Воронежа самого, Дмитрий Прытков, с 98 года в рядах коллектива, вот так же, как и Денис. Вот. Правда, он нас покидал на время, но вернулся. Хочется верить, что надолго вообще вернулся. Вот. Дорогие друзья, гвардии старший сержант Дмитрий Прытков. Теперь, Саша, ты готов? Вот тогда песня, которая называется «Зацепила». На праздник с друзьями мы скинулись вместе, салаты, хлопушки и что-то там в тесте. В предчувствии радости сердце открыто, костюм и цветы, ничего не забыто. Но только в разгаре новогодние пати, а я как дурак один на кровати. Шампанское, пиво, вино и текила, все вроде в порядке, а меня зацепило. Весенними крыши согреты, иду по проспекту в предвкушении лета. Друзья травят бойко свои анекдоты, как вдруг будто солнце не выключил кто-то. Сосулька упала килограммов 15, и надо же было мне здесь оказаться. Прикольно, что там никого не убило, все счастливы, только меня зацепило. Свободен, такое бывает, а счастья семейного так не хватает. И вот дискотека, девчонок так много, а мне вдруг она переходит дорогу. Про злую любовь и козлов я все знаю, но чувствую сразу, как волю теряю. И может она чуть милей крокодила, все мимо прошли, а меня зацепила. Жив вдвоем с тобой. Спасибо. Совсем недавно, кстати, был день рождения у нашего замечательного Александра Александровича. С
Саша, с днем рождения тебя, правда, уже теперь прошедшим. Ну и, само собой, всех именинников, находящихся в этом зале, с этим замечательным праздником. С днем рождения! День рождения, соберутся все без исключения. Мама, папа и прочая родня, друзья, их жены. Ну и как же без меня? Скажет мама, ты лучший сын на свете. Как же ей повезло, не то что тете Свете. Ее Василий, жуткая шпана, а ты не такой. Тобой гордится вся страна. После пятой поднимется мой старый кореш. Он скажет, я немного пьян. Да уж тут не поспоришь, ты рассудителен не по своим годам. Друзья, навек я за тебя рубаку крайнюю продам. Моя жена, смущаясь от волнения, скажет, я тебя люблю без сожаления. Твоя зарплата не порог, ведь ты поэт. Я очень счастлива с тобой. Переживем, что денег нет. А утром кончен бал. И украшения сняты. Минуло 30 лет, и многое понятно. Я раздобрел чуть-чуть и редко посидел. Я Джоном Ленноном не стал, но безразличным стать я тоже не сумел. Спасибо. Устали? Нет, пока. Совсем недавно появился у нас, ну, правда, наверное, уже не так, да? Не так, уже не так, недавно. Да, не так, что уже так, скоро что? Новый выйдет. В общем, наш последний альбом, который называется «Новый крайний. День». Да, крайний. Становимся на крайнем. Крайний альбом, который называется «Новый день». Ну, прежде всего, почему «Новый день»? Ну, во-первых, потому что «Новый день» — это... В первую очередь, начало чего-то нового. Может быть, хорошего, может быть, плохого, но тем не менее нового. Если есть что-то новое, то значит есть движение. Правильно? А движение это жизнь. Жизнь. Пусть каждый новый день, пусть начало чего-то нового всегда будет только хорошим, успешным и удачным. Новый день. Утро озарило окна сонных городов. Бутерброд
крепкий кофе, новый день, и я готов. Умываюсь, одеваюсь, впрочем, как всегда, на соседа поругаюсь, раздражителен с утра. Судьбой. Кто-то стар, а кто-то молод, кто-то в путь, а кто домой. Я шагаю по бульвару, разгоняя голубей. Мне б найти под пиво тару, все же было веселей. Кофе на ночь вредно пить. Новый фильм вам кажется, а мне не очень. Может, выйдем покурить. Вот и все. На небе звезды, на полу от люстры тень. Спать пора, наверное, поздно. Завтра будет новый день. День, день, день. Спасибо. Огромное спасибо хочется сказать нашей административной группе, которая, как у нормального коллектива, больше, чем выступающих на сцене. Вот, поэтому их отдельно представлять не будем, представим всех вместе. Вот, Сергей Блескун, наш штатный звукооператор. Дмитрий Петровский, человек, который у нас сегодня звукоинженером. Так что вот громче бы кричали, попали бы в историю. Концерт, скорее всего, в YouTube попадет рано или поздно. Там многоканальная запись идет. Вот. Поэтому смотрите на экранах интернета. Вот. Дмитрий Петровский. Дальше у нас, кто у нас еще? Да, за видео у нас отвечает, вот вам демонстрирует Сергей Кураедов, наш хороший друг. Вот, помогает также в административной группе. Олег Захаров, наш штатный барабанщик, вот в недавнем прошлом. Вот, сейчас пока без работы, но летом с нами поедет на гастроли. У Димы, у сестры свадьба, он в Воронеж поедет. Вот, Олег снова станет в ряды черных беретов. Ну, в общем, мы не пропадаем, у нас все бывших. Олег Однищенко, наш администратор, естественно, вот, который за всю рекламу, за всю организацию с билетами, это он занимался вот, всеми этими вопросами. Вот. Давайте мы всем похлопаем. Вот. Алена Румянцева у нас сегодня, помощник администратора, работает еще, да? Спасибо, друзья. Ну что, вот теперь время пришло удивлять. Понимаете, вот заканчивать концерт, видите, никто и уходить не собирается вообще. Что, будем ставить эксперименты? А давайте попробуем. Вот песни, которые вообще отказались категорически. Я говорю, давайте споем. Денис говорит, да я партии не выучил на гитаре. Вот.
А мы сейчас попробуем, кто насколько знает, настолько и споет. Если слова будут забыты, да, попрошу, не обижайтесь, пожалуйста, ну, забываем иногда слова. Ты говоришь мне, что хочешь весны, что ты хочешь гулять. Я снимаю штаны и ложусь на кровать, ты спросила, зачем? У тебя под матрасом плейбой. Я ответил, так надо, ведь я сексуальный герой. Ой-ой-ой-ой, сексуальный герой. Ты говоришь мне, что я не формат, я этому рад. Там, где пылает война за любовь, я обычный солдат, послушай меня. Я вполне доволен собой. Дорогая моя, не грусти, у тебя в гостях сексуальный герой. Ой-ой-ой-ой, сексуальный герой. Ва-ба-ба-ба-ба-ба. Давно не вместе, мне хочется выпить, а ты жаждешь мести. Я давно шатаюсь без дела, представьте себе, мне не надоело, ты говоришь, у меня ничего за спиной. Я отвечаю, так надо, родная, ведь я, да, сексуальный герой. Спасибо, вот такая вот шутка. Ну, это премьера песни, ее вообще нигде не пели еще. Вы бы ее первые услышали. Вот. Так или иначе, время любого концерта медленно и неуклонно подходит к своему логическому завершению. Приходите чаще, я уверяю вас, у нас всегда интересно. Давайте сделаем, чтобы красиво было. Ну, тем более, вот там камера снимает. Мы друг друга с вами не знаем. И увидимся ли опять? Откровение, мое знамя. С ним стоять мне, с ним умирать. Так охота пройтись по струнам, чтобы песня лилась, как мед, чтоб светились глаза и губы и растаял. На сердце лед. Разговор пусть течет плавно, дым колечками в небо плывет. Все равно к
кто из нас главный. И не важно, кто с кем живет. И не страшно, если уступишь, жизнь расставит все по местам. Не суди, не судим будешь, лягут звезды к твоим ногам. К твоим ногам. Кто-то беден, как в церкви мышка, кто-то деньгам не знает счет, но одним мы воздухом дышим, любим, плачем, бежим от невзгод. Привыкаем ходить по краю, хоть мечтали сорваться ввысь. Мы в рулетку с судьбой играем, там, где ставка, вся наша жизнь. Наша жизнь. Бал окончен, погасли свечи. Извините, коль что не так. Часто слышал, что песня лечит всем здоровья и прочих благ. Так хотелось бы спеть больше, что-то главное не сказал. Сердце часть пусть слетит с ладошек и опустится в этот зал. Представлен на этой сцене остался всего лишь один человек. Локомотив нашего коллектива. Бессменный лидер группы, кавалер Ордена Мужества, заслуженный работник культуры России, гвардии подполковник Игорь Крещенок! Собрались мои друзья, как порой их не хватает. Льется времени река, не как птицы пролетают. Обойдемся без банальных фраз. Голос рвется, я пою для вас. Кто прорвался выше неба, как держал победу и последних сил не пожалел. Счастье не искал в покое, выбирал любую долю. Смерть для жизни вовсе не предел. Меньше нас из года в год стали старше наши дети. Только вновь труба зовет отправляться на рассвете. Встретимся ли снова? Вот вопрос. Но для всех, для вас скажу я тост. Кто прорвался выше неба, кто в руках держал победу и последних сил не пожалел. Счастье не искал в покое, выбирал любую долю. Смерть для жизни вовсе не предел.
нашего концерта подошло к концу, но я уверен, что мы рано или поздно увидимся. Денис Максимов, Александр Климов, Александр Александров, Дмитрий Прытков, ну и я. Точно. Все вместе, концертная группа «Черные береты». Ждем вас всегда на наших концертах. Будем рады, увидимся. Кто прорвался выше неба, кто в руках держал победу и последних сил не пожалел. Спасибо! Увидимся! До новых встреч и пока!